Kevin отдайте ему свою лучшую хвалу. Мы приветствуем всех в Блумфонтейне, Йоханнесбурге, Южная Африка. Давайте воздадим Господу сильную хвалу за его благость, его любовь и милость. Мы знаем, что он держит наше будущее в своей руке. Добро пожаловать всем, кто смотрит нас на ТБН, YouTube, One Gospel, Praise TV. Для нас большая честь быть с вами. Во время пандемии мы продлили контракты со всеми этими каналами. Мы также приветствуем всех, кто не смог прийти сегодня в церковь. Привет Facebook Live, YouTube, исправительные учреждения по всей Африке. На следующей неделе мы приготовили для вас что-то очень особенное. Также привет всем в России, Израиле, Америке, Европе, Индии, Пакистане, Китае и Африке. Давай, Африка! Мы можем прославить Бога так, как никто другой. У нас есть ритм. Аминь. Слава Богу. Давайте прославим Господа еще раз. Сегодня нас ожидает фантастическое время, ведь Бог благой. Поприветствуйте кого-то, кто стоит рядом с вами. Аминь. А кто из вас верит, что следующий год будет одним из лучших годов вашей жизни? Бог сказал, я знаю намерения, какие имею о вас, чтобы дать вам будущее и надежду. Поэтому, что бы там ни говорили о четвертой, пятой или какой-то волне, мы будем служить волне Святого духа. Не пропустите следующее воскресенье. Бог дал мне слово о том, что ждет нас дальше. А если вы ходите на вечерние собрания, то в следующее воскресенье вечером тоже будет что-то особенное. Тут у нас будет целый симфонический оркестр для нашей рождественской постановки. Мы играем не только радикальное прославление, нам также нравится и классическая музыка. Я даже пригласил человека, который играет на волынке. Я знаю, что здесь он примет свое спасение. Итак, присаживайтесь. Сегодня будет много мест Писания, поэтому приготовьтесь, потому что нам нужно что-то больше, чем «Аллилуйя», чтобы получить прорыв, который Бог запланировал в следующем году. Нам нужна мудрость и понимание, а также нам нужно сделать сейчас правильные вещи, чтобы гарантировать будущее, которое Бог имеет для нас. Хочу поговорить с вами о 22-м годе, годе вашего прорыва, но это будет скорее учение, чем проповедь, поэтому будет много мест писания. Одна из основных ошибок проповедников со стажем — это то, что мы цитируем какие-то стихи из Библии, а люди понятия не имеют, о чем вы говорите. Поэтому вам нужно изучать Слово Божье. Библия говорит, что вера приходит от слышания Слова Божьего. Так вы увидите, что я говорю не от себя тяну, а Слово Божье. Я не буду спрашивать, что сегодня происходит в вашей жизни и в чем вы живете. Я буду говорить о том, что вы можете сделать сегодня, дабы изменить свое завтра. Верх самообмана. Когда-то я говорил «безумие», но мне объяснили, что это невежественно. А, как вы знаете, я самый вежливый человек. Итак, это делать одно и то же, но ожидать другого результата. Если вы хотите, чтобы что-то изменилось, то вам нужно изменить кое-что из того, что вы делаете сейчас. Если вы хотите, чтобы ваше завтра было лучше, то вам нужно инвестировать в него. Это не упадет на вас с неба, как земля обетованная не упала с неба на израильтян. Им нужно было завладеть ею. Итак, Бытие 26.11 был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, то есть вторая волна голода. Господь явился ему и сказал, «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по сей земле, я буду с тобою и благословлю тебя». Вы понимаете, что если вы будете там, где есть Бог, то с вами все будет окей. Я сказал, кто из вас верит, что если вы в центре Божьей воли, то с вами все будет хорошо? Только трое сказали «Аминь». Бог говорит, «Я буду с тобой и благословлю тебя». А «благословлю» значит, «Я наделю тебя силой для преуспевания в жизни». «Исполню клятву мою, которую я клялся Авраамом, отцу твоему» умножу потомство Твое, как звезды небесные, и дам потомству Твоему все земли сии, благословятся в семени Твоем все народы земные». Это означает, когда Бог говорит к вам, Он говорит также и к вашим детям, за то, что Авраам, отец твой, послушался голоса моего. То есть я благословлю тебя, потому что Авраам послушался меня когда в 22 главе, когда Бог велел ему принести в жертву Исаака, Авраам посеял правильное семя. Он послушался Богом. Он отдал самое важное, что у него было. И Господь сказал, Я твой обеспечитель, за то, что ты послушался меня. Я благословлю тебя и размножу. Теперь я знаю, что ты действительно боишься меня. Это была эра благодати за 430 лет до закона. Бог благословляет Авраама, а также семя Авраама. А в послании к Галатам объясняется, что семя Авраама это Христос. А если вы во Христе, то вы семя Авраама и наследник по обетованию. Поднимите руки и скажите «Я благословлен». Я слишком благословлен, чтобы жить в стрессе. Ну а далее 12 стих говорит, и сел Исаак в земле той, в какой земле, в той, где был голод, в земле пустоты, болезни и голода. Мы поговорим о законе, который управляет вашей жизнью. Независимо от того, нравится вам это или нет, этот закон действует везде. С этим законом нужно считаться. И этот закон должен работать в вашу... Пользу, а не против вас. Каждый раз, когда вы открываете свой рот, вы сеете в свое завтра. Я слышал, как люди говорят о своих детях. Вы маленькие бандиты. Что вы делаете? В вашей жизни действует закон сеяния и жатвы. Ваши мысли, ваши слова – ваши поступки, места, которые вы посещаете. Во всем этом действует закон сеяния и жатвы. Некоторые люди считают себя умнее Бога и говорят, «О, я в это не верю». Глядя на вашу жизнь, это заметно, но вы должны знать, что семя, которое вы посеяли, привело вас туда, где вы сейчас. Но если вы оказались там, где не хотите быть, Возможно, вы посреди голода, в эмоциях, здоровье, отношениях, но вы можете изменить то, в чем вы живете, посеяв семя во время голода. Очень важно не думать, что мы ничего не сеем или сеять не то семя. Люди хотят урожая, но ничего не сеют. А что же сделал Исаак? Он применил закон, который начался еще в Эдемском саду, закон, который уважал его отец. Это было еще до закона Моисея. Поймите, что Бог не планировал давать людям тот закон. Это произошло, потому что сердца евреев были черствыми. Когда они вышли из Египта, то не хотели, чтобы Бог правил ими. И Бог сказал, ну хорошо, если вы не хотите служить мне так, чтобы я просто любил вас, Тогда я дам вам правила, чтобы вы жили по этим правилам. Но Бог не дал нам инструкцию, Он дал нам отношения. Поэтому обратите внимание на отношения Исаака с Богом. Он послушался Бога, он остался там, где Бог велел ему остаться. Он строил свою жизнь на слове Рэма от Бога, а не на слове экономистов или каких-то там пророков. Итак, сел Исаак в земле той и получил в тот год Ячменя во сто крат. А теперь я хочу, чтобы вы сами сказали: скажите так, будто бы вы верите в это. Скажите так. Хорошие вещи идут ко мне. Скажите это во имя Господа Иисуса. Скажите, 2022 год будет годом хорошего урожая и для меня, и для моей семьи, во имя Господа Иисуса Христа. Он получил в тот год Ячменя во сто крат посреди голода, так благословил Его Господь. Помните, как Бог создал Адама в Эдемском саду? Что он первое сделал для Адама? Он его благословил. Помните, да? Послушайте меня, братья и сестры. Когда мы говорим о Божьем благословении, то это не что-то мистическое. Это сила. Вы примете силу. Это Божья сила вашей жизни, приносящая успех и процветание в этой жизни. Вот что значит Божье благословение. Это не что-то мистическое и эфемерное. Это что-то вполне себе осязаемое. А вот почему самый мудрый человек на земле, Соломон, сказал, «Найди мудрость, обрети разумение». Что такое разумение? Вам нужно понимать, как работает принцип, чтобы вы могли лучше пользоваться им. Мудрость — это Божьи мысли в вашей ситуации. Знание — это то, чем пользуется мир. Да, нам нужно знание, но нам нужно и что-то большее. Нам нужна мудрость. Есть очень много умных людей, но у них нет понимания. Это как аудитор, который обанкротился, потому что не мог сам себе правильно рассчитать бюджет. Все дело в том, что он не имеет понимания. Так и нам. Нужно понимать определенные вещи. Нам нужно уважать определенные законы. Один из них это закон гравитации. Вы можете сказать, я не верю в закон гравитации. Но ну, тогда летите. Сколько бы вы ни витали в облаках, вы все равно когда-то вернетесь на землю. Потому что есть закон. Все, что поднимается вверх, должно опуститься вниз. Вы можете говорить, что не верите в закон гравитации, но если вы спрыгнете с крыши, вы полетите вниз. Ниже и еще ниже. Полетите вниз. Кстати, авиаконструкторы понимают закон гравитации. И чтобы преодолеть этот закон, они применяют закон реактивной тяги, чтобы самолет взлетел в воздух а затем они используют закон гравитации, чтобы вернуть самолет на посадочную полосу. То же самое касается и запуска шаттла в космос. Им нужно понимать закон гравитации, а также иметь знания об атмосфере, чтобы потом вернуть этот шаттл на место. То есть они руководствуются законами, а церковь, о, какая разница, мне нужно чудо, пусть пророк проведет по мне рукой. А Бог говорит, нет, Обретите мудрость и понимание. Есть вещи, которые работают для всех, для спасенных и не спасенных. Сюда входит и закон сеяния и жатвы, который гласит, что посеешь, то и пожнешь. О нем мы и поговорим. То, что вы сеете сегодня, вы пожнете завтра. Это не я придумал, а Бог. «И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим». В результате у него появились завистники. Если вы покупаете дом лучше, чем у ваших друзей, друзья злятся на вас. Вместо того, чтобы радоваться вашему успеху, вместо того, чтобы сказать, «Ты посмотри, что сделал Господь!» Вот это да! Люди говорят, «Да кем он себя возомнил?» Знаете, кем он себя возомнил? Человеком Божьим. Он движется вперед по жизни, применяя Божьи законы. Он живет в Божьим благословении и благоговении. Он живет в том, что Бог запланировал для него. Итак, После этого Исаак работал. Об этом мы будем много говорить в начале Нового года. Он не сидел, сложа руки, он выкопал много колодцев. В то время колодцы были источником жизни. Без него вы могли погибнуть. Ваш колодец — это ваш бизнес. В первую очередь он распечатал все колодцы, которые выкопал его отец. Колодцы — это благословение. Я скажу, что в следующем году все, что вы потеряли, Бог Бог восстановит, Бог прикоснется к мертвым местам вашей жизни, к вашему бизнесу партнерству. Те колодцы, которые дьявол запечатал во время ковида, будут снова открыты, и появится новая жизнь и новое благословение. Скажите аминь на это и прославьте Господа, если вы в это верите. И Исаак возвращается к источнику благословения. Вначале он послушался Бога и понимал, что это сработает. Теперь я так далеко от моего пианиста. Пианомен. Знаете, да? Эту песню. Это... Работала для моего отца, сработает и для меня. То же самое касается и по местной церкви. Возвращайтесь в церковь в 22-м году, возвращайтесь в Дом Божий, приводите своих детей в Дом Божий, потому что вы будете жить с верой и побеждать жизненные штормы Словом Божьим. Он раскопал колодцы, появилась вода, и враги начали завидовать. И он назвал первое место Есек, что значит место вражды. Но он не хотел ввязываться в споры. Затем он снова раскопал колодец. Как видите, он не сдается. Они пытались закрыть его ресторан, а он сказал, ну да ладно, открою другой. Его сократили, а он сказал, ничего, найду новую работу. Я не буду сдаваться, не буду сидеть и жалеть себя. Я благословлен Богом. Итак, он раскопал еще один колодец, сит на место раздора. Вам не нужны раздоры, не нужны постоянные ругани со своим бывшим мужем или женой. Не нужно ругаться со своими детьми или с вашим партнером по бизнесу. Вам не нужно жить в месте раздора. Лучше живиться вместе мира и плодородия. Затем он выкопал еще один колодец и назвал его Риховов, что значит место расширения, плодов и благословения. Многие из вас тоже нашли это место. Поэтому готовьтесь, Бог наполнит ваш колодец новой водой, новыми клиентами, новыми благословениями, новыми контрактами. Скажите на это аминь. Итак, Исаак посреди второго голода и экономического кризиса преуспевал. А как? Он применял закон, который выше естественных законов. он недвижим голодом, он не становится жертвой обстоятельств, он не позволяет тому, что он видит там, определять, с кем он станет здесь. А если мы семя Христа, то мы всегда сидим, ну точно уж, не под ковидом. Мы посажены на небесах, значительно выше всех сил, властей, козней и замыслов, всех мировых правителей. Мы сидим в месте, где мы уже благословлены. Но нам нужно высвободить это благословение, применяя то, что Бог нам дал. В любом прорыве есть часть Бога и часть человека. Бог сделал свою часть, а нам нужно сделать свою. А в чем наша часть? Мы должны жить с верой. А как мы будем жить с верой, применяя этот закон, который управляет Царством Божьим? Он управляет вашей жизнью и всей землею. Это закон сеяния и жатвы. Можете сказать на это «Аминь». Вы меня слышите или нет? Я говорю не о вашем образовании. Если вы усердно учитесь, то сможете найти хорошую работу, если вы хорошо обслуживаете клиентов, то клиенты будут настолько счастливы, что будут направлять к вам других клиентов. Если вы сеете любовь, то пожнете любовь. Если сеете раздор, то пожнете много раздоров в своей жизни. Если вы сеете милость, то пожнете милость. Если сеете доброту, то пожнете доброту. Послушайте меня, родители. Если вы сеете пренебрежение, то пожнете бунт. Дети, наш с вами продукт. Я всегда говорю родителям, начинайте изменения с себя. Вы должны учить ребенка, воспитывать его и убрать бунт, который есть в сердце каждого ребенка с помощью любви. Помню, когда Анжелик было шесть лет, я, как и многие из вас, был готов работать с пяти утра. Такой моя жизнь была многие годы. Я вставал в пять, а ложился не раньше одиннадцати. Когда мы с семьей выезжали куда-то на отдых, я не позволял себе плавать. Я сидел на берегу. Слава Богу, с тех пор я стал умнее и думал о том, что все люди идут в ад. И вместо того, чтобы играть с детьми, я проповедовал отдыхающим. Я бежал то к одному, то к другому, всему свое время и место. Послушайте, я жил тогда под законом, я не наслаждался жизнью и пренебрегал своими детьми. Затем я заметил, как изменилось поведение моих детей. Я люблю обниматься. Вы этого не знаете, но я люблю объятия. После этого ковида, когда мы поснимаем все эти маски, вы выстроитесь в очередь, и я обниму всех вас. Я очень очень люблю обниматься, но Дэвид вдруг стал показывать мне, что не хочет, чтобы его обнимали. И как-то я был на конференции в Кейптауне, один мудрый пастор сказал мне: тебе нужно что-то изменить. Если ты хочешь, чтобы дети и дальше любили тебя, то тебе придется что-то изменить. Любовь для ребенка – это время, качественное время вместе. И мне хватило ума измениться. Я начал плавать с ними каждый день, а затем купил им велосипеды. Я забыл, что они еще маленькие, и вместо того, чтобы проехать вместе один километр, мы проезжали по семь километров, пока однажды Анжелик не вырубилась. Но зато я пытался. Я проводил с ними время. Я стал ездить с ними в отпуск и делать то, что нравится им. Я не выбивал из них бунт, а вытеснял его из них любовью. И слава Богу до сих пор. Мои дочки сидят у меня на коленях, а мой сын меня обожает. Ему уже 30 лет, но он все еще любит прижиматься ко мне. Посмотрите, какой он у меня большой. Он уже почти такой же, как и я. Несмотря на то, что уже взрослый, он все такой же милый, как щеночек. А все благодаря тому, что я изменил семя пренебрежения. И это предотвратило бунт. Как видите, этот принцип применим не только к финансам, но и к финансам тоже. Если вы пренебрегаете молитвой, если вы пренебрегаете Словом Божьим, если вы впускаете в свой разум все подряд, вот почему на поле некоторых людей есть кукуруза и сорняк, пшеница и плевелы. Они впускают внутрь себя всякий мусор. О нет, вы должны следить за своим садом. Вы есть сад. Ваш разум ⁇ это ваш сад. Ваша жизнь ⁇ это ваш сад. Ваш бизнес ⁇ это ваш сад. Все ваши отношения ⁇ это ваш сад. Вам нужно защищать эти отношения. И если что-то пойдет не так, то нужно фокусироваться не на негативном, а на семени которое посеяли вы или другой человек. Вы слышите, в Бытии 8 главе 22 стихе сказано «Впредь во все дни земли». А это означает до тех пор, пока не придет Иисус. И даже когда Иисус придет, земля все еще будет. Сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Вы можете сейчас встать и пророчествовать, что сегодня не будет темно. Простите, но солнце зайдет, а потом снова взойдет. Это закон. Приходит лето, а за летом будет зима. После теплых дней будут холодные дни. А еще заметьте, что в самом начале Бог сказал, что во все дни Земли не прекратится сеяние и жатва. Во все дни Земли сеяние и жатва не прекратятся. И мы призваны понять этот закон, жить по нему и уважать его. Мы призваны применять этот закон разумно и осознанно. Да, именно разумно, потому что многие харизматы перестали пользоваться своими мозгами. А они говорят, я просто запущу молитву в небеса, подожду, пока пророк взмахнет рукой надо мной, и тогда все будет хорошо. Я считаю, что неважно, сколько раз я провожу над вами рукой. Может, даже в следующий раз, во время молитвы, мы уберем тех, кто ловит людей, чтобы вы упали головой об пол. И может, тогда к вам вернется здравый смысл? М -м, подумайте. Запомните, вы живете на урожае тех семян, которые вы сами посеяли. Не от меня зависит ваш урожай. Вы сами должны уважать этот закон, так же, как вы уважаете закон гражданский. Гравитации. Примите решение Осознанно жить по этому закону А еще примите решение сеять ради того урожая, который вам нужен Да, мы не призваны жить потому, что решает наше правительство Мы не призваны жить на основании решений нашего национального банка Мы не призваны жить на основании того, что говорят мировые экономисты Мы выше этого мы в мире, но не от мира. Мы выше всего этого. Мы выше. Мы движимы не страхом, а верой, потому что наша вера укоренена в любви Божией. Мы верим в то, что Бог верный, в то, что Он следит за исполнением Своего Слова, и в то, что Слово Божие испытано в недрах земли. И оно твердое и непоколебимое, и не поддается изменениям в мировой экономике. Слово Божие работает на каждом континенте, в любой культуре и в любой ситуации. Слово Божье неизменно. Ваша вера активирует Слово Божье. В уравнении появляется Бог, и все меняется. Помните в Евангелии от Марка. Написано так. Это 4 глава, 26 стих. Послушайте, что такое Божье Царство. Это просто принцип работы Бога. Это то, как Бог действует. То, как Он работает на Земле. Это то, как Бог что-то меняет. И как он устанавливает свое правление. Скажите мне, есть ли на небесах какая-то нехватка сегодня? Ведь нет, правильно? А может там депрессия? Конечно нет, а может там голод? Нет. Да будет воля твоя и на земле, как на небесах. То есть нам... Нужно понимать принцип, который управляет Царством Божьим. Я говорю медленно, потому что нам важно понять все это. Итак, Иисус рассказывает нам, как именно действует Царство Божие. Слушайте, Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем. И как семя всходит и растет, он вообще не знает, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Человек начинает преуспевать, пока не становится очень успешным. Это может длиться 10, 20, 30 лет. Молодые люди, учитесь этому уже сейчас, прислушивайтесь в 30, чтобы в 40 уже были видны плоды. Многие из вас хотят иметь плоды уже в 20, но вы ничему не учитесь и никого не слушаете. Вы хотите, чтобы все случилось за одну ночь. Вам нужен быстрый успех. К сожалению, так не бывает. Если вам еще нет 30, то можете сказать аминь на этом. Да, это подходящий момент. Если вы думаете, что вы можете прийти на конференцию чудес и просто ждать, когда я буду пророчествовать... О, чудеса вашей жизни. Но при этом вы тупой, как пробка, то, к сожалению, вы ни к чему не придете. Но выбор всегда за вами. Вы выбираете, что Бог дал вам. Это выбор, что Бог дал всем нам. Выбор. Жизнь и свободу выбора. Кое-кто говорит, что Бог несправедлив. О нет, Бог справедлив. Кто-то скажет, жизнь несправедлива. Можете верить в то, что жизнь несправедлива. А кто-то скажет, у всех нас разная отправная точка. Да, конечно, но это не важно, потому что, когда вы приходите ко Христу, вы все равны. Во Христе вы благословлены. Во Христе у вас есть будущее. Во Христе вы получаете свободу. Не важно, что было у вас вчера. Важно, что вы делаете сознанием которое есть у вас сегодня. Превратите знание в понимание, это означает, что вы не можете постоянно быть жертвой. Вам нужно быть победителем, вам нужно перехитрить врага, как это сделал Исаак. Он не позволял враждебности, раздорам и мнениям людей, экономике и апартеиду или чему-то там еще определять его будущее. Я не переживаю из-за того, если белых вдруг не будут брать на работу. Во-первых, вы не белый, а розовый. Если вам говорили, что вы белый, то это враньем. Если вам говорят, что белым не дают работу, скажите, я с этим согласен, потому что я цветной, просто мой цвет немного светлее вашего. И ваши правила изменится, потому что я буду очень хорошим работником. Я сказал, я буду хорошим работником во имя Иисуса. Если вам говорят, что белые не умеют прыгать, начинайте прыгать. Если кто-то говорит, что черные чего-то не умеют, то начните это делать. Применяйте Слово Божие, и со временем вы станете директором той компании. Главное, сейте правильные семена каждый день вашей жизни. порядочность, честность, усердие, дисциплинирование, не сплетничайте, будьте щедрым, благословляйте, благословляйте христиан. Люди нарушают все законы Слова Божьего, а потом хотят, чтобы молитва все исправила. Молитва работает совсем не так. Молитва приводит вас к подчинению воле и Слову Божьему. Молитва не может диктовать Богу. Молитва не может заставить Бога поступать вопреки Его Слову. Молитва ⁇ это быть в согласии со Словом Бога. Если вы воруете, вы не можете ожидать, что Бог благословит вас? Аминь? Если вы берете взятки, то не можете ожидать, что когда-нибудь Бог вас благословит? Алло? А? -а. Надеюсь, вы меня услышали. Итак. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. То есть есть время сеять и время пожинать. Слушайте, урожай в жизни человека ⁇ это продукт совместной работы Бога и человека. Бога и мужчины или Бога и женщины. Человек сажает семя, а Бог приносит урожай. Вы сажаете, а Бог приносит урожай. Урожай ⁇ это когда Бог обменивает семя человека на свое обеспечение нужды этого человека. Писание говорит, что Бог дает и семя, и урожай, и то, и другое. Но если вы съедите свое семя, урожая не будет. Если вы не посеете в свою ситуацию правильное семя, а это Слово Божие, и применение Божьих принципов к вашей ситуации, то урожая не будет. Бог не может нарушить свое Слово, Он нелицеприятный, но при этом он уважает свои принципы. Он следит за исполнением своего слова, а не вашего. Он следит за своим словом, а не за вашими эмоциями. Он следит за соблюдением своего слова, а не вашего расизма. Он следит за тем, чтобы в вашей жизни исполнилось именно его слово. Его слово выше его имени. Приглашаешь человека в церковь, а он говорит, а, посмотрим. Могу сказать, что такой человек несерьезно относится к своему будущему. Вы не получите мудрость от музыки на радио или чего-то другого. Мудрость можно получить только от источника мудрости. А кроме мудрости, вам нужно еще и разумение, как применять Слово Божие. Вам нужно нечто большее, чем просто чудо, да, Бог творит чудеса, и для многих из вас Бог делал чудеса, но чудеса — это не основание для жизни. Мы живем верой, верой мы ходим и угождаем Богу. Вера высвобождается через этот закон сеяния и жатвы. Послушайте, Бог не может сеять семя за вас. Он возложил эту ответственность на вас. Галатам 6, глава 7 стих, в переводе Филипса. Не питайте иллюзий. Бога не провести. Урожай в жизни человека зависит полностью от того, что он сеет. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 6 стих. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердцем». Это-то что означает? Давайте из расчета того, какой урожай вы хотите получить. В соответствии с этим Подбирайте и семя, качественно и количественно. Качество и количество посеянного вами семени определит качество и количество вашего урожая. Это мера, Итак, каждый, уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброход надающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Итак, если вы сеете раздор, то пожинаете раздор. Если вы сеете не прощение, то пожинаете горечь. Сеете пренебрежение, пожинаете бунт. Сеете доброту, пожнете доброту, сеете милость, пожнете милость. Сеете хорошее обслуживание, пожнете много счастливых клиентов, если вы, конечно, не обдираете их. Сеете усердие, пожинаете успех, примите решение уважать этот закон и сеять только хорошие семена. Телезрители, я знаю, что у меня осталось только три минуты, но вам нужно это услышать. Иисус сказал об этом вот что откажитесь от привычки критиковать и судить других. И вы не будете подвергаться критике и суду в ответ. Не осуждайте других, и вас не осудят. Прощайте снова и снова, и вы будете прощены снова и снова. Давайте щедрые, щедрые дары вернуться к вам, утрясенные, чтобы освободить место для большего. Обильные дары обрушатся на вас с такой непосильной мерой, что выйдут через край. Мера вашей щедрости становится мерой вашего возврата мера вашей щедрости становится мерой вашего возврата. Например, у вас в огороде растет кукуруза. Если вы посадили три кукурузных зернышка, то что вы получите? Три стебля кукурузы. Вы не можете от трех зернышек ожидать 100 гектаров кукурузы. Никакой фермер не будет настолько глупым. Он не будет жаловаться из-за того, что у его соседа сотни гектаров поля. Он не будет говорить хм, ⁇ Жизнь несправедлива ⁇ Нет, он будет сеять семя и он пожнет в соответствии с тем, что он отмерял. Тот же принцип работает во всем в обновлении вашего разума, в изучении Слова Божьего, во времени, проведенном с вашими детьми. Это как инвестиции, дивиденды от них. Если это все, что у вас есть, одно зернышко, то вы не получите ведро урожая. Вы не можете ожидать ведро урожая, если ваше нищенское мышление способно сеять только так. Это все, что у меня есть. У меня больше вообще ничего нет. Помните ту женщину, которая сказала пророку, что у нее ничего нет, а он ответил ей, пойди и принеси. Бог не может действовать, пока вы не дадите ему что-то, с чем он будет работать. И часто во время голода люди говорят, у меня вообще ничего нет, Бог не может умножить ничего. Ноль умноженный на 5 миллиардов. Все равно останется нулем, как бы громко вы не плакали и не причитали. Это ничего не даст. Иисус любит вас, Бог любит вас. Лучшее, что вы можете сделать, это отдать свою жизнь Иисусу. Положите свою жизнь в Его руки, доверьте Богу свое будущее, сделайте это во имя Иисуса и будьте благословенны.